вышла тонкая копия, у него голова дергается почему-то, растяжки есть какие-то на нем. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Дмитрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дмитрия поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Его знаешь, как дергается, как кто-то дергает, как куклы вот есть на ниточках. Вот так угу. Кто-то дергает. Я не пойму, или это он кивает, или его дергает кто-то. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Дмитрия. Отключи эту подключку, от которой его дергает. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все, что перекрывает ему сознание, выведи сейчас из биополя. Выходит, зависает перед ним. Снимается подключка с рук, с головы, с плеч. Готово. Отправляй это все в клетку-тюрьму. Хорошо. Сейчас вы меня слышите, Дмитрий? Да, он слышит, он руки трет, он дает согласие. Хорошо. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Дмитрия, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Дмитрия, находит все. У него демон. Демон. Первый, кто вышел. Дракон синий. Синий дракон. Джин. Ящер, кукловод. Его мы искали. И у него еще арахноид. Еще кто-нибудь? Нет, небольшой арахноид. Хорошо. Считай цифру ящера над головой. 342. Сколько ты находился в биополе, ящер? 4 года кукловодит. Отдельно еще поговорим на эту тему. Сейчас я даю команду на реверс энергии. Даю команду тонкой копии Дмитрия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 3 месяца. Считай цифру Подсадили Джина. Подсадили его. Подсадила мама. Хорошо. Посмотри у Джина цифры над головой. 42.11. Синий? Да. Синий дракон, цифры над головой. 34.18. И какие цифры у нашего демона? 14. 14 герц. Давно... Хвостом крутит. Давно находишься здесь? Не очень. 2 года. 2 года. Сколько находится синий дракон? Не 2 года, он говорит. 1 год и 8 месяцев. 1,8. Если хорошо. Правильно. И так правильно будет. Хорошо. Итак, синий дракон, сколько ты находишься? 3 года. 3 года. И Джин, сколько ты находишься? Джин 1 год и 2 месяца. У кого есть контракт с Дмитрием? Спрашиваю сразу. У ящера что-то там есть. Договор, контракт, что-то есть. Эгрегор, по-моему, там какой-то. Вполне возможно. Хорошо, если это добровольный эгрегор, так и случаются контракты. И еще он сказал 4, но он 5 лет сидит под ключком. Вот этот, то есть полностью кукловодить он 4 года назад стал. Сидит он 5 лет. 5 лет, год подготавливал. Все понятно. Хорошо. Он плотно сел в него, как он говорит, укрепился. Угу. Хорошо. Ждем окончания реверса. У нее же там еще вышли подключки, да? Ну, да, вот эти кукловод, которыми руководил подключка. Я к ним выстроил канал? Да, есть канал. Хорошо. Он не знает, что делать, как отдавать. Хорошо. Дмитрий, вы должны расслабиться и просто пустить эту энергию чужеродную по этим каналам, которые выстроились от вас к интерферентам и подключке, назад. Все чужое вы должны вернуть назад. Я вам включаю внутренний белосвет. 1, 2, 3. И этим светом вы выдавливаете по каналам все чужеродное, негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ваших тонких телах. Пошли потоки. Идут? Да, идут. Но у него больше идет к подключке. Мысли разные идут. Какие-то мысли идут? Какие картинки? Вот это меня интересует. Что ему внушала эта конструкция? Хотя нам и ящер может кукловод рассказать. Вопросы она ему кидала, над которыми он должен был думать. Ах, вот как! Ну, на этом процессе очень много можно потерять энергии, можно очень далеко не зайти не в то место. Не надо ни о чем думать, только об этом.
Отвечай на вопрос в голове. Вот такая была команда. Все понятно. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Дмитрий забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Энергия отсасывали, у него конструкция это. Из конструкции возвращается чистая энергия. Ну, отлично. Все назад по праву. Сканер просканирует сейчас полноту души Дмитрия. 100%. Хорошо, хоть этого не надо искать. Реверс закончился. Отлично. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступай. У него маленькая сеточка из паутины. В области затылка к шее спускается. Через годик он бы там хорошее одеялко наплел. Наплел бы, конечно. Готов. Отлично. Хорошо, ящер, что-нибудь осталось на твоей чистоте, посмотри. Нет. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все, что ты оставил в его биополе, всасывай все назад. Приступай. Готов. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Дракон снял платы. Хорошо. Демон, выходи и снимай все, что ты оставил в этом биополе. И скажи мне сразу, есть ли лярвы в биополе Дмитрия? У него лярва на шее. На горле, то есть. Скажи мне, а что на горле лярва? Это слова или это стекало туда? Он показывает энергии чистые, которые вернулись к нему. Его родные собственные энергии. Да. И то, что он получал от этой подключки и говорил на протяжении 4-5 лет, это шло вразрез с его чистыми энергиями. То есть он говорил себе во вред, получается? Он повторял. Повторял себе во вред. То, что слышал. Я не знаю, Дмитрий, что вы смотрели эти последние годы, но вот причину мы сейчас узнали. Хорошо. Все снял. Демон, ты хочешь забрать эту лярву? Да. Разрешаю тебе забрать эту лярву. Забирай, возвращайся назад. Вкусная. Скажи мне, демон, ты хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Тогда давай дойдем до этого места. Я буду перечислять эти частоты, а ты мне просто скажешь, какие из них, 2-3 назовешь, являются основными, из чего все вытекает. Устраивает. Хорошо, поехали дальше. Так, мы все забрали, все вернули, даю команду на рассинхронизацию Дмитрия с демоном, синим драконом, джином, ящером, его конструкцией и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Знаешь, у него рассинхронизация, он как раскручивается из чего-то ложного, уходит да. Ложное, и суть остается. Готово. Хорошо. Каналы мы сейчас не отстегнем все, так как у него находится контракт, который мы еще должны аннулировать с этим ящером. Хорошо. Дмитрий, вы в курсе, что вы контракт заключили с ящером? Нет, не в курсе. Я был согласен со многими доводами и учениями, но не с ящером. Ну вот эти доводы сейчас как раз и находятся в клетке-тюрьме. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Дмитрий должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, конечно. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Не договор, это соглашение. Хорошо, соглашение. Тоже является контрактом. Вышел. Хорошо, активный? Да, он светит. Хорошо, Дмитрий, вы хотели узнать содержание. Посмотрите содержание этого соглашения и озвучьте. Информацию. Он дает информацию. Взамен на энергии. Время контракта, срок действия контракта не ограничен. Бессрочный. Бессрочно. Хорошо, Дмитрий. Вы просили узнать, мы узнали. Вы готовы аннулировать эти контракты? Да, готов. Повторяйте за мной. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Энергия светлая, чистая возвращается. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро. И все аннулированные контракты вместе с фантомами этих контрактов уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю.
Готово. Подхожу к Дмитрию, помогая моей энергии сделать ему импульс и высокое вибрационное шоковое удара и отстегнуть от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Все отлетели? Да. Открываю воронку в галактическое ядро, и канал улетает на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Дмитрия. Демон, слушай сейчас внимательно. Все это низкое вибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел фантом, он серым цветом. Хорошо, Дмитрий, эти энергии, этот цвет, это все вы произвели сами. Вы хотите расстаться с этими энергиями? Почему? Сворачивай эти энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демона. Хорошо, я тебя слушаю. Подкормил меня. Что ты хочешь услышать? Еще раз скажи. Я хочу услышать, какие из этих энергий, которые я перечислил, являются основными. Из чего все вытекает? Из чего? Какая самая основная проблема? Да скользкий он, как угорь. И раздражение здесь. Раздражение. И скользкий — это не искренний, ты хотел сказать? Или как это понимать? Не искренний, не искренний. Ну, это твоя чистота. Понятно. Хорошо, демон. Уверчивый. Уверчивый. Ну, хорошо. Если демон озвучивает эти частоты, это все находится на его чистоте. Я просто обращаю внимание, от чего нужно избавиться для того, чтобы этого не случилось. Хорошо, демон, ты получил, что ты хотел. Ты готов уходить? Давай, открываешь. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Став огненную пентаграмму. Есть. Арахноид, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо. Джин. Арахноид готов. Маленький, и он думает, что так всегда происходит, и их отпускает. Арахноид. Он уже ушел, да? Да, он ушел. Хорошо. Ну, пусть растет и набирается опытом, что ему повезло крупно. Хорошо, Джин. Ты все убрал. Я прошу больше не приходить в биополе этого человека. Тебе это понятно? Как скажешь. Вот как сказал. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, ящер, расскажи мне за этот эгрегор. Ты через эгрегор пришел 4-5 лет назад. Я хочу он понять. Он пришел на интерес. К чему? Ты же на любой интерес приходишь. Нет, к космическому созданию. К теме развития очень легко подключаться к наивным душам, забывшим обо всем на Земле. Все понятно. Какая цель вот этого кукловодства? Ты его дергал. Какие он команды исполнял? Кукловодство. Ну, я понимаю, но... Это не были команды, это были вопросы. Игра вопрос-ответ. В голове, да? Да, задаю вопросы, он ищет ответы, теряя энергию впустую. Не пользуясь своими родными энергиями и не развивая их, их я и забираю. Хорошо, меня этот ответ устраивает. В принципе, у меня вопросов к тебе нет. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую еще раз на связи. Сегодня мы часто с тобой встречаемся. Приветствую, Ли. У меня здесь ящер, кукловод. В принципе, он мне рассказал и рассказал душе, что он и почему он здесь делает. И у меня вопросов нет. Если ты по твоей части чистая, мог бы его отпустить. Кукловода собираем, скорее всего, у него и к другим подключке есть от эгрегора, не только к нему. Конечно. Добро пожаловать на борт. Ну, какая встреча. В хорошей компании хорошо и летать. Уничтожайте подключки. Хорошо. Открывая под всеми этими подключками, которые мы сняли, под конструкцию воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И это все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3.
Хорошо, Дмитрий, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Радость внутри какая-то есть, чистым чувствую, энергии совсем другие внутри бегут, и чистота, что ли, присутствует, легкость. Отлично. У нас остались 10 вопросов, ваших вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Дмитрия. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Дмитрия. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате присутствующих. Вы можете звать меня Гров. Гров? Да. Гров. Приветствуем вас, уважаемый Гров. Вы куратор? Да, я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашего подопечного Дмитрия, убрали все, что ему мешает. И вот аннулировали все, что должно быть аннулировано. И у него есть 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Очень приятно. Я благодарю вас за это. Я отвечу на вопросы души. Хорошо. Я начинаю с первого вопроса. Почему моя душа не может найти спокойствие и гармонию? Над чем мне работать? Нужно поговорить с душой. Посидеть в тишине и спросить, что не хватает в душе, в чем ее гармония. Душа с удовольствием расскажет о своей гармоничности. Но для этого нужно слушать сердцем. Душа скажет, что ей нравится, и где бы она хотела находиться, чтобы питаться радостью и любовью, то, что нужно любой душе. Прислушайся, пожалуйста, к своей душе, но не умом, а сердцем. Побудь в тишине и поговори со своей душой. Это мой ответ. Благодарю вас. Второй вопрос, мне кажется, вы тоже уже ответили. Как мне сделать счастливой свою душу? Душа счастлива, когда есть гармония внутри. Тебя же что-то беспокоит, дергает. Может, это подключки, а может, это твои собственные реакции. Обрати внимание на эти реакции. Постарайся поменять их. Постарайся быть спокоен и, как бы это правильно сказать, холоден к постороннему негативу. Не подпускай к себе чужое раздражение. От чужого раздражения ты становишься как желе и раздражаешься сам, производя одну и ту же реакцию. Если же ты будешь холодным и недоступным к чужому раздражению, оно оттолкнется от тебя и пойдет дальше, а твоя гармония будет не нарушена. Твоя реакция не будет одинаковой, а душа будет в гармонии внутри твоего глубокого состояния. Я не призываю тебя быть холодным к людям, обрати внимание, это разные вещи. Будь устойчивым и защищенным высокими вибрациями от чужого раздражения. Именно это состояние я называю холодным. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Гров. Я перехожу к третьему вопросу. Мне нравятся различные духовные практики и саморазвитие. Но почему я не чувствую, что мог бы этим зарабатывать на жизнь? Духовные практики развивают твой дух, знания и раскрывают душу. Именно такая цель духовных практик развития. Развивая свою душу, материальное уходит на второй план. Вернее, ты развиваешь свою душу не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы развить внутри себя свой внутренний потенциал. И, как ты уже сказал, сделать свою душу счастливее. Душа не становится счастливее, если ты хочешь заработать на каких-то знаниях. Это приходит с развитием, со знаниями.
меняются энергии, и когда твоя душа счастлива, открываются другие каналы и подсоединяется экономический или же материальная составляющая для жизни на Земле. Чтобы ты шел свой путь гармонично, с радостью в душе, материально обеспеченный. Но до этого нужно дойти. Сперва раскрывается душа. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый Гров. Самый интересный вопрос и важный он поставил, к сожалению, на четвертый пункт. Итак, откуда моя душа, ее происхождение? Альдебаран. Твоя душа с Альдебарана. Мы приветствуем представителя Альдебарана в нашей комнате диагностики. Мы очень вам рады. Благодарю вас за это приветствие. И мне приятно находиться здесь, скажу в свою очередь. Благодарим. Идем дальше. Пятый вопрос. Я чувствую, что мне помогает. Кто и зачем мне помогает с тонкого плана и в чем цель их помощи? У него было 5 интерферентов. Я просто вот это еще хотел заметить. Может быть, ему там транслировали что-то. Я думаю, вы в курсе этой чистки. Да, я, конечно же, в курсе этой чистки. И я скажу больше. Почему ты недооцениваешь мою помощь? Почему ты считаешь, что кто-то тебе помогает, помимо твоего ближайшего куратора или ангела-хранителя, как вы называете нас? И это действительно так. Мы — это главные помощники, которые посылаем вам знаки для развития вашей души. Когда душа чиста, ваши намерения и желания чисты, и мы с удовольствием исполняем их. Когда же душа корыстна, мы все равно слышим вас и пытаемся направить вашу душу к развитию. На твой вопрос я отвечу коротко. Я слышу все твои просьбы и направляю тебя к развитию. Благодарю за вопрос. Благодарю вас, уважаемый Гров. Идем дальше. Шестой вопрос. Сколько воплощений у меня было всего и сколько из них на Земле? Твоей душе 29 тысяч лет. Все эти 29 тысяч лет ты воплощался. На Земле ты воплощался 11 раз. Благодарю вас, уважаемый Гров. Седьмой вопрос. Какая цель моего воплощения на Земле? Земля — это уникальный объект, на котором можно получить очень большой заряд и продвижение души. Это оставляет незабываемый след в душе любой души. Земля несет в себе чувства и эмоции, которые человек переживает каждый день. Наполняясь этими эмоциями, раздавая эти эмоции, живя эмоциями, даже фотографии, на которых вы смотрите, отражают эмоции. Вы помните, как вы себя чувствовали в этот момент. Именно это несет планета Земля энергию эмоций и чувств. Именно за этим приходят сюда души раз за разом. Проверить себя на прочность, проверить себя на алчность и на другие энергии, позитивные и негативные. Это, так сказать, проверка души. Именно за этим душа приходит на Землю раз за разом. В этом был твой вопрос. Надеюсь, я на него ответил. Я благодарю вас за этот замечательный ответ и развернутый ответ. Вы очень красиво ответили, уважаемый Гров. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Сколько кармических узлов пройдено и сколько еще осталось? У тебя пройдено 3 кармических узла, 2 впереди. Благодарю вас. Девятый вопрос. Почему мой сын болеет шизофренией и могу ли я ему помочь? Почему твой сын болеет шизофренией, я не могу сказать, так как я не его куратор. Но я скажу с твоей стороны, почему так происходит. Твоя душа выбрала этот опыт. Как я уже сказала, на Земле есть разный опыт. Это своеобразный опыт боли, который нужно принять
и переработать в любовь. Помочь ты ему можешь твоей любовью, пониманием и разговором, легким, от которого веет любовью. Ничем больше ты ему помочь не сможешь на данный момент. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Гров. И последний, 10-й вопрос. Как мне поддерживать связь с тобой? Какие вопросы лучше задавать и как? Ты знаешь мое имя. Именно так обращайся ко мне. Мое полное имя Альдер Гров, но можешь звать меня Гров. Вопросы должны быть короткие, четкие и понятные. Такие, на которые можно ответить «да» или «нет». Ответ идет моментально, так как общение происходит телепатически. Задавая телепатический вопрос, ты уже получаешь на него ответ. Это самая первая, я бы сказал, причина, что отвечаю я. Ты можешь понять, что ответ пришел еще до того, как включился твой мозг. Во время задавания вопроса. Именно так. Так как я уже услышал твой вопрос. Если мозг включен, мой ответ не дойдет до тебя и будет прыгать с «да» на «нет». Мозг нужно успокоить. Подключай свое сердце и успокой свой мозг. Это самая простая практика. Второе – это знаки вокруг тебя. Ты их видишь, и я очень рад этому. Есть следующая ступень, но ты к ней пока не готов. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Гров. Вопросов больше нет, все отвечено. Если вы хотели сейчас на этом месте, может быть, активировать его стержень или что-то от себя добавить, это был бы самый лучший момент. Да, с удовольствием. Твой стержень активирован. И тем не менее, я бы хотел, чтобы ты прочувствовал энергии Альдебарана внутри себя, переходящие из каждого энергетического центра и наполняющие тебя, уходящие вверх. Мы всегда соединены с Альдебараном, так как там много знаний. Готово. Благодарю вас, уважаемый Гров. Мы все закончили. Остался маленький нюанс, о котором, возможно, вы пока еще не знаете. Мы уже приветствовали представителя Альдебарана в этой комнате диагностики. Возможно, эта информация у вас уже есть, но у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору и каждому учителю, который приходит в нашу комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Грова, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой приятной встрече. Необычные существа. Мне приятен этот подарок. От них веет позитивом. Я благодарю вас за этот подарок. Нам очень приятно, что вам понравилось, уважаемый Гров. На этом месте передавайте от нас с Верой привет Альдебарану. Мы будем рады всем кураторам с Альдебарана, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны открыть им двери, убрать все, что им мешает. И в эти двери они уже дальше пойдут сами. Благодарю вас за это приглашение. Это очень важно и ценно. Благодарю вас за эту встречу. И желаю своему подопечному изучить мои ответы и слушать сердцем, развивая любовь внутри себя. До новых встреч. До новых встреч, уважаемый Гров. Всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Дмитрий, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Вы знаете, шикарная встреча. Немножко не то, что я ожидал, но это как-то меняет все вокруг и становится ясно. Благодарю вас за это. Во благо, Дмитрий, работайте над собой, прослушайте, сделайте выводы. Наш администратор перешлет вам
после сеанса текст манифеста, а также как заправлять себя энергиями и вибрациями, вы можете найти на нашем канале или со своего сеанса. Работайте над собой и прислушайтесь к словам своего куратора. А сейчас мы будем вас возвращать. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Дмитрия в его систему биоробот-душа. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.